Итак, на рынке появились новые присоски от DLT. Посмотрим. Да, это совсем новая модель. Это ее паспорт. Сама присоска. Так. Крышка. Ну и вот такой вот шнур. Шнур для подзарядочки. Здесь у нас идет зарядка батарейки. Здесь кнопка включения. И здесь плюс в том, что вот эти вот присоски, они могут брать вот такую рельефную плитку. Довольно-таки очень агрессивная. Обратите внимание, очень большие. Довольно-таки агрессивная плиточка. Так, ну попробуем его в работе. Надо при включении надо нажать и подержать 2 секунды. Все, пошел. Вот обратите внимание, у него стоит автоподкачка. То есть, если давление теряется, он автоматически подкачивается. Слышно, да? Здесь слишком, она вот такая вот. Ну вот, смотрите. Вот эта резина, она полностью облегает вот эти ребра. Довольно-таки высокие ребра. Стоит автоматика, то есть он никогда у вас не спустит, когда надо подкачает. Здесь вот слышно, что он спускает, следом подкачивает. Ну, это из-за плитки, я еще ее не помыл, вся в пыли, но тем не менее держит прекрасно. Так, сейчас вот таким образом. Немного надавили и пошел. Все, можем работать, не переживать. То есть он никогда не отпустит плитку, будет срабатывать автоподкачка. Вот это плюс. Наверное, мечта каждого плиточника. И у нас сразу повышается безопасность. То есть у нас никогда уже плиточка не упадет. Отличные присоски. Материал довольно-таки мягенький. Вот такие вот у нее ребра. И тут по краям. Того, чтобы хорошо зацепиться на неровные плитки. Так, попробуем еще разочек. Держим 2 секунды. Раз, два. Слегка прижимаем. Пошел. Все, давление держит, но недолго, так как плитка слишком с агрессивным таким глубоким рисунком. Волна. Вот эта вот присоска, она прекрасно нагибает за счет вот такой вот мягенькой резинки. То есть у меня еще таких присосок не было. Это новая модель, и она мне очень сильно понравилась. А до этого у меня никакая присоска не могла присосаться к этой плитке. То есть здесь факт налицо. Все держится. Не надо ничего подкачивать.
везде автоматика, вообще супер. Вот. Так что это мечта плиточника. Очень-очень-очень нужная вещь, супер. Советую, коллеги. Вот что-то.